канал «Итальянский огородник». Елена, добро пожаловать. Вот такие вот хойки ко мне пришли. Ну ладно, не обращайте внимания, только что сейчас орхидеи вытащила. Сейчас буду их замачивать, так как они пришли очень-очень сухие. Ну, мох, видно, наш местный. Так что сейчас замочу их. Использовать я сейчас буду на данный момент и пин, так как у меня циркона нету. Хорошо бы, конечно, летом использовать циркон, но циркона нету, пойдет вход и пин. Адаптирует, конечно, пин от заморозков, но что же делать? Что имеем, то тем и делаем. Итак, сейчас я их на данный момент буду замачивать. По чуть-чуть, много не буду. И буду замачивать именно мох. Сегодня они вот так вот постоят. Ну а чуть-чуть попозже будем смотреть, какие новинки у меня конкретно появились. Это я показываю свои первые действия. Они у меня 3 часа простояли. После того, как я их получила, пролежали в коробке. Я их сейчас открыла. И сейчас будем проливать их пином. Ну и потом будем уже смотреть, какая красота ко мне пришла. Обалдеть! Просто в этот раз пришли черенки намного больше в том году. Так что посмотрим, что же я заказала. Время ваше тратить я не буду. Замочу по-быстрому, чтобы они напились чуть-чуть. Сейчас оставлю их в покое. И потом уже ближе к вечеру будем смотреть сейчас коробочки. Вот. Поэтому все будет хорошо. Мох уже начал впитывать. Видите? Но наш местный, он не так быстро впитывается. Поэтому можно его даже и сверху пролить. Ну все, до вечера. Я вот с этого товарища, он достаточно такой самый крупный пришел. Это Imperialis Red. Я буду все подписывать. Ну, вот такая вот шикардосная у него листва. И первый раз ко мне вот из Таиланда пришли вот такие вот, честно вам скажу, такое здоровое, мощное растение. Обычно они приходят такими хиленькими, маленькими. Некоторые даже не успевают адаптироваться, что-то с ними происходит. Такой вот красотун. Фотографию цветения я обязательно вставлю. Единственное, что здесь вот уже его черенковали, видно, да. Но здесь растения все хойки стрессанули, и усы практически все отсушили. Здесь вот видно тоже, что немножко вот подвяло, но не знаю, может быть, я надеюсь на то, что все-таки эта почка пойдет дальше в рост, а может быть, где-то пробудет что-то новое. Но очень обидно, что ее уже вот здесь черенковали. Ванда приходят все вот такие вот череночки, которые уже черенковались. Вот, они не дают как бы вот таких вот внизу, да, почек, чтобы были разветвления. Очень редко, когда, вот, по крайней мере, это по моему опыту, да, в том году я заказывала. И очень редко, когда, ну, вот почка дает побег. То есть здесь уже видно, что черенковали. И мох такой не тайландский, видно, а видно, что конкретно наш болотный поставщик, да, как бы ну, кого я покупала, видно, уже пересаживал более большие стаканчики. Ну, достаточно крупное растение. Ну, самое крупное из этой партии, что вот меня очень-очень удивило. Очень красивые, и цветы у него очень тоже красивые, большие. Очень. Фотографию обязательно вставлю. Вот такая красотка первая. О, простите. Ну, наверное, вот с этой. Это мультифлора. Вот такая вот, видите, черенковали уже даже по несколько раз. Вот так вот она выглядит на данный момент. Листочки, конечно, не айс были, да, но вот сейчас я их, к сожалению, циркона у меня нет, у меня остался только эпин. Будем теперь пользоваться тем, что у нас есть. У нас в Эстонии продаются, так как, ну, сами понимаете, обстановка в мире накалилась. Ну и, конечно же, посмотрим, как она будет дальше развиваться. Уж очень. Здесь вот она отсушила.
усик, листочки она покидала, и здесь видно, что ее черенковали, причем три раза. Вот, кстати, кто, где больше всего черенковалось, да, они вот как раз-таки и очень плохо выживают. Вот по моему опыту. Я самую последнюю, ну, тут еще есть пара штук таких, вот буду пересаживать их из мха самых последних, когда вот они уже у меня пойдут все-таки в рост, трог корни корнями, но все-таки лучше, когда уже хойка здесь вот оклемается, уже пойдут новые побеги или усы, как кому нравится. Вот такая вот, это вот тоже красотка. Название я, конечно, все подпишу. Опять же таки, да, здесь вот у нас засохло. Вот ус. И здесь у нас уже, раз, два. Два раза черенковали, и третий. И в самом-самом низу. Ну вот почка тут пробуждается, конечно. Ну вот ее уже тоже черенковали. Так что, ладно, листья кожистые, красивые, с четырьмя листочками пришла. Так что будем адаптировать к своим условиям и потом уже будем пересаживать. А так она очень даже хорошо выглядит. Корешки я здесь видела есть, но вот сейчас они влажные, не очень хорошо видно. Но ничего, запишу для себя, чтобы уже видеть, какие они ко мне пришли и какие они станут через год. Очень интересно, кстати, за ними очень-очень наблюдать. Следующая растюшка, это у меня лобби, но лобби оранжевый. Я в том году заказывала лобби черного. К сожалению, он у меня не выжил. Хотя кустик был намного-намного вот меньше, чем этот, и намного тоньше его листочки. Здесь вот, по крайней мере, ну вот видите, тоже его уже черенковали, и тут вот видно, что его черенковали здесь, и он отсушил на также молодой ус. Будем адаптировать до тех пор, пока они не пойдут у меня в рост. Вот такой вот у меня лобик. Ну, по крайней мере, пожирнее, погуще и потолще кустик. В этом году у них как-то, да, получше экземпляры приходят. Покажу вам абовату варигату. Пришла она ко мне, значит, 5 листиков на ней, да, вот новые листочки. И вот здесь я смотрю, ну, пока, слава богу, ничего. Но вот видите, тоже опять же такие. То ли черенковали, то ли отсушила она здесь. Ну, да, большой. Ну, вот, надеюсь на то, что все-таки почки... Ну, почки пробудятся, конечно, само собой. Но вот, видите, ее черенковали. То есть, два раза ее черенковали. Я надеюсь, с ней не будет таких больших проблем, как с хой керри варигата. Все-таки она пойдет очень хорошо в рост. Но вот... Абовату простую я все-таки подожду здесь. Хочу купить здесь, в наших магазинах. Если будет, то обязательно закажу или куплю уже покрупнее экземпляры. Но это вот все это из Таиланда. Будем растить. Из Таиланда они не очень хорошо так адаптируют, скажем, быстро адаптируются. Все это возможно. Еще один красавчик. Здесь, слава богу, новый ростик он пока не отсушил. Все это идет. Но видно тоже, видите, здесь вот черенковали товарища тоже. Вот его название. Ну, я подпишу. Очень-очень крупный, жесткий, такие тяжелые листья, пластмассовые. Надеюсь, что все у нас получится с ним, и мы будем с ним дружить. Ну, вот видите, тоже черенковали. Так что да. Ну ладно, ладно, малыши черенкуют, значит, они растут. Я его тоже одну хочу попробовать почеренковать. Вот такая вот красота. Конечно, буду у меня сидеть. Еще один красавчик, это Канариан Пинк. Вот молодые листочки здесь у нее. Да, ну вот, видите, то ли черенковали, но я думаю, что черенковали, здесь срез. А здесь вот
все это дело отвалилось у нас. И вот здесь ее аж целых два раза черенковали. Так что очень обидно, конечно, но ничего. Вот она, у нее здесь зато разветвление есть. Также здесь у нее разветвление. То есть как бы кустик хороший, крупный. И вот молодые листочки. Здесь вот тоже вот такие вот молодые листочки красивые. Ну вот в этом году, честно вам скажу, по моим вот таким, даже можно сравнить, посмотреть те видео, какие малыши приходили, да, а я думала, что прямо вот с фласки. То есть очень тоненькие. Здесь вот, слава богу, все-таки потолще. Я тогда написала им зимой, что, ну, как бы не хорошие как бы вообще растения. Еще один красавчик, долго я его вот и ждала, чтобы он появился, но не пожалела. Посмотрите, тоже кустик очень хороший, буквально тут раз, два, три узла, и ничего практически, по-моему, даже не отсушил, но я надеюсь, что все будет в порядке. За 2 недели я буду наблюдать за ними и потом уже покажу, что, чего и как. Но да, тоже вот черенковали, видно. Вот здесь черенковали, череночек. Эх, убрали. Ну, вот так вот, видите, как получилось. Но листья тоже достаточно плотные, шикардосные такие, мясистые. Будем наблюдать. Цветы большие. И вот эта красотка, я ее ждала, честно скажу вам, год. Это очень классно. Посмотрите здесь, какие у нее корни. Я вот ее хочу здесь вот черенкануть. Но посмотрите, здесь даже носик есть. Дергать и мешать я ей не буду. Сейчас найду. Посмотрите. Возможно, что мы даже увидим, как эта красотка цветет. У нее необыкновенные цветы. Вот если будут цветы точно такие же, как на фотографии, то это будет просто круто. А растение достаточно тоже крупное. Вот такое вот. Но видно, да, что черенковали тоже ее, эту красотку. А здесь вот в основном. Вот здесь вот ее черенковали. Здесь два разветвления идет. Первое вот, видите, черенок. И здесь вот. Но я ее тоже хочу почеренковать. Но прежде чем я ее буду черенковать, я ее, конечно, посмотрю, постараюсь все-таки увидеть ее вот эти вот цветочки. Сейчас посмотрим, он вообще живой цветоносик. Вроде бы как и живой. Ладно, посмотрим. Надеюсь, что все-таки мы вот такой вот, даже видите, в камеру не помещаем. Ну, как бы вот так вот. Я надеюсь, что все-таки я увижу ее цветение. Хотя написано, что листья большие. И фото обязательно я вставлю, если я их увеличу. Ну, вот такая вот красотка у меня есть. 9 растений я заказала. И еще, конечно, в перспективе есть еще парочку, которую я очень-очень хочу. Но, к сожалению, пока у них нету. В том году они были, но почему-то быстро их то ли раскупили, то ли, ну, непонятно было. И вот пока я в ожидании 3 красоток. Вот такие малыши. Новые заботы. Ну, а я вам желаю всем хорошего, крепкого, пышного цветения, здоровья вам и своим близким. Всем удачи, пока-пока.